19 октября заболеваемость коронавирусом в Одесской области увеличилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 349 пациентов. Летальных случаев зафиксировано не было. Об этом сообщают Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. По данным Департамента здравоохранения Горсовета, на 19 октября на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 313 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Из них 77 в тяжелом состоянии. Как сообщали директор департамента Елена Якименко, по состоянию на утро 19 октября в Одессе было 93 свободные койки. Таким образом, в больницах города нет проблем с нехваткой мест. Также известно, что с 23 октября в инфекционной больнице открывается новое отделение, в котором будет 50 койко-мест, в том числе 10 с возможностью подключения к системе ИВЛ. С 19 октября в одесских школах учеников с 4 и 11 классов перевели на дистанционное обучение. Удаленно они будут заниматься на текущей неделе, а со следующей уйдут на каникулы. А ученики 1 и 3 классов ушли на недельные каникулы уже 19 октября.